Министерство внутренних дел России рассмотрит обращение главы Тувы Шалбана Караола о необходимости возвращения в структуру региональной полиции сельских отделов, создания постов на въездах в республику, а также восстановления специального подразделения по борьбе со скотокрадством. В этом власти Тувы заверил первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой. Руководство федерального МВД согласилось также и с доводами Шалбана Караола в пользу восстановления отряда по борьбе со скотокрадством. «Это исключительная мера», отметил Горовой, поскольку преступления такого рода распространены в основном только в Туве. Однако она полностью оправдана, так как личные подворья животноводства являются на селе единственным источником дохода большей части населения, а также основной для формирования предпринимательской среды, развития экономики села. Александр Горовой признал ошибочность укрупления отделов внутренних дел и ликвидации подразделений милиции в поселениях с численностью менее 25 тысяч человек. Александр Горовой добавил, что одним из вариантов закрытия сельских территорий, оставшихся без отделов полиции, может стать создание временных подразделений.